А перед началом этого долгожданнейшего ролика хочу порекомендовать вам канал Фуз. Этот канал был создан относительно недавно, но уже имеет огромный потенциал. Тут вы можете найти PlayerUnknown's Battlegrounds, Assassin's Creed Origins, Fortnite, Overwatch и многие другие игры на ПК. Так что, если заинтересовался, то ссылочка в описании. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это The Sun. Всем привет. Ну что, спросите вы, почему я нахожусь в нашем любимом бункере. А я сейчас отвечу, почему. Дело в том, что я как-то начал задумываться о том, зачем нам вот этот вот коммуникатор Фишера, который написано о том, что здесь у нас в бункере находится крыса, да, как вы помните. 15-й, кажется, выпуск. Честно, хрен знает, не помню уже какой там точно, 15-й, кажется. То там говорилось, привет, Винтель-Шпинтель. А, там говорилось о том, что здесь находится предатель. И вот я подумал, его же кому-то надо отдать. Он же не просто должен валяться. Короче, помните, когда мы уже освободили вот земли общины, северный блокпост, теперь там уже команда Брега, то есть скауты находятся там. И вот в момент, когда вернулся Лис и его компания Ставр, там еще, то, ну, короче, из ржавых пустошей скауты вернулись. Брэк сказал, что теперь они будут здесь, и, если что, к нам обращаться. После этого, это самое, я прибежал сюда и подумал, а что если бедуину еще раз показать? То есть, в прошлый раз я попытался показать до того, как пришла группа Лиса из ржавых пустошей. Сейчас я попробую показать после того. Ну что? Во, в ржавых пустошах я наткнулся на группу черных бестий, и главного звали Фишер. С его трупа я снял коммуникатор с очень интересной записью. Коммуникатор при себе, дай взглянуть, держи. У нас точно крот вообще не завелся. Был у меня разговор с механиком после вашего последнего совместного рейда в пустые земли. Теперь еще информация, подтверждающая наличие крота. Так что да, наш вообще не информатор корпорации. Но кто? Это пока остается вопросом. И зачем им наша дыра понадобилась? Об этом разговоре забудь, будто его и не было. Занимайся своим делом. Продолжай поиски, а я позабочусь об информаторе. Вот так. Вот так начинается этот наш эпизод. Возможно, на данный момент самый последний из сюжетной линии, потому что у нас всего два задания осталось. Это ночной зверь и лесник, который даже заданием не считается. Вот как-то так. Так что, братишка, что, бедуин? Ну вот, все. Честно, блин, бедуин тоже какой-то мутный. Не знаю, мне вот с момента того, как я узнал, что здесь есть крыса в земле, ну, в нашей общине, мне теперь все кажутся подозрительными. Реально все, до единого. До единого. Он даже ты, бля. Даже ты, сука. Канцлер. Так что, ну что, погнали. Сейчас будем искать ночного зверя. Сразу... Сейчас закроюсь, чтобы канцлер не слышал. Итак, ну что, поделюсь с вами небольшими своими советиками из моего опыта, как находить ночного зверя лесника перед тем, как его найти. Ночной зверь с 9 вечера игрового времени до 6 утра на случайных локациях. Я лично еще возле перевалочного пункта, потому что так говорил Саша Краб, что возле перевалочного пункта находится этот ночной зверь, то есть бородач. И вот с 9 вечера до 6 утра ты должен поймать момент. Но найти, как правило, несложно. Я думаю, что где-то локация 1-2, и я найду спокойно. Главное, чтобы у меня в этот период времени попалась случайная локация. Ну а лесника, как мы находим, ищем просто локации и ждем, надеемся. Сразу скажу, ни в коем случае не смотрите на карту, типа, а, тут его нет, в пизду это, и уходите. Ни в коем случае, посмотрите всю карту полностью. Случайную локацию, потому что он изначально не отображается у вас в GPS. Наиболее вероятный способ найти лесника это самое. Это ночью, как в его хате. Хату найти очень трудно. Это одна единственная случайная локация с его хатой. Нет, это не та хата огромная и там развалины рядом с ней, а маленькая такая хатынка, домик. Надеюсь, я его найду, покажу, я надеюсь. И ночью он там бывает, он там ночует, блядь. Это же лесник, где, может, где-то надо ночевать.
Ну что, поехали, давайте начнем поиски, открываем дверцу. Ну что? И я надеюсь, ты не подслушивал. Хороший мальчик. Ну что, побежали, сейчас будем искать этих придурков, ночного зверя и лесника. Погнали. Ну, ребята, кажется, я его нашел. Я их нашел! Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, почти, почти, почти. Есть. Все. Все нормально. Здорово, бородач. Братишка, привет. Все, выполнили задание. Это было легко, это было очень легко. Конечно, сейчас будет лесника найти сложнее, не знаю, я постараюсь его найти. Давайте сейчас сходим, наверное, на пустынную оплату, узнаем, что нам дадут за это. Вернется ли пруд? Погнали, побежали. Нормально, легко, очень легко. Просто походить ночью, поискать случайные локации, и все, считай, ты нашел ночного зверя. Все, побежали. Ту-ту-ду-ту-ду-ту. Идем выполнять задание. О, это пруд. А, братан, все, я тебя сразу узнал, я тебя сразу узнал. Здорово, мусульманин ты мой. Пруд, здорово. Нейтрал, кстати, он больше не принадлежит. По-моему, в бета-версии он принадлежал к пустынному плато, но тут он нейтрал. Привет, как дела? В смысле, ты по поводу перехода в Атрию интересовался, верно? Северный блокпост земных общин сейчас за мирной группировкой. Платы за проход не берут, пропускают всех скитальцев. Так что проход открыт, можешь отправляться. Так и нашел Ревер свою смерть. Спасибо, брат. Думаю, еще встретимся. Держи, тебе пригодится. Давай. Большая сумка доктора. Ух ты, ё-моё. Морская душа. Это два... Блин, слушайте, мне 6К не хватает. Всего лишь там. Так, надо ее купить. Надо ее купить. Сейчас, погоди, стой тут. Я надеюсь, он никуда... А ну, остановись! Остановись, братан! Братан, пожалуйста. Стой тут, стой тут, стой тут, стой тут, стой тут. Бля. Братан. 500 знаков! 500 знаков! Да ты козел! Ты козел, Саша Краб. Блин, ну все, сплакала моя морская душа. А, не, нормально все. Братан, что нам делать? Что нам делать с тобой? Блин, получается, все это время я, наверное, не так надо проходить игру. Наверное, проходить игру надо это самое. Начиная именно с вот этих вот локаций, со старых локаций, которые из бета-версии. Видите, оказывается, он должен дать какое-то задание еще ранее. Блин, а что ж делать? А это мой калаш. Не-не-не-не-не. А, у него и только 1К, так что все, давай, пока. Бывай, пруд. Спасибо, блин, на 5 минут пришел и ушел. Замечательно. Итак, что будем делать, ребят? Надо найти лесника нам. Что нам делать? Потому что я искал, я где-то перерыл локации 5 и пока что безуспешно. Не знаю, как мне его найти на самом деле. Ну ладненько, давайте сейчас что-нибудь придумаем. Ну а так, смотрите, только 500 знаков дали, очки там навыков и на этом все. Ну, зато он сумку доктора дали. Нормально. Все нормально. Так, хорошо, давайте я постараюсь сейчас лесника найти. Все, я переключаюсь. Ну, дабы как-то хоть немножко продлить этот эпизод, которым я сейчас готовлю, я буду показывать все случайные локации, на которые я буду заходить. Будем все вместе изучать и смотреть. Потому что, ну, как-то на 3 минуты создавать эпизод, это не канон. Давайте смотреть. Так, где мы? Где мы? Самое главное. Никого не вижу. Но лучше я перестрахуюсь и посмотрю, что здесь вообще. Вот тут вот ящик есть. Это уже хорошо. Нормально. Но это ненормально. Вот это то, что мне дали, это вообще ненормально. А ну, одевайся. Не одевается.
Нормально. Так, тут упырята бегают. Все нормально. Отлично. Одели снег, хрен пойми, да? Замечательно вообще. Круто. Тут делать нечего вообще, уходим отсюда, значит. Потому что тут банально лесника нет. А он мне очень сильно нужен. Мне надо отдать его коммуникатор, бляха-муха. Я как-то, по-моему, только один-единственный раз за всю игру, вообще, когда играл, я куча раз перепроходил The Sun Origin. По-моему, только один раз мне доводилось заходить на священную локацию именно с его дома. Но там его не было. Кто бы мог подумать. Давайте дальше искать. Ищем. О, так быстренько. Вроде и подольше так все проходит это дело. Но давай, загружай меня. Да прибудет со мной удача. Заходи давай, быстрее. Давай, 3, 2, 1, отлично. Game saved, игра сохранена. Кстати же, в обнове новой добавили больше сохранений. Как, ну, много, много, как видите, тут 10. Что по GPS-у? Ничего, ничего такого, ничего интересного. Ищем. Да. Что-то вообще глухо, пипец. Только одинокий трупачок лежит. Кто это? Ботан? Пилот? Кто это? Братан, ты кто? Ты пилот, отлично. Катапультировался на свою голову. Ну, вон ящик можно полутать, больше тут ничего нет. Не, зашибись. Круто. Замечательно. Зашибись, зашибись, зашибись. Круто. Я не знаю, где искать этого лесника, понимаете? Я ищу его уже 2 часа. Ну, если вообще суммарно провести, я и вчера, и позавчера искал. Ничего нет вообще. Глухо. Ну давай еще поищем. Что нам терять-то? О, давай. Запускай меня. Уже ночь, блин. На той локации ничего не было, на которую мы типа заходили, я типа остановил запись. Я уже начал искать новую. Потому что ничего нет, блин, то есть никого нет. Лесничок решил меня нагнуть по полной. Его нет нигде просто. Я читал, много комментариев говорили, что находили. Я не могу найти, так нечестно. Я хочу посмотреть, что он мне даст. Никого нет. Ну, допустим. Ладно, уходим отсюда. Будем дальше искать. По крайней мере, постараемся. Ну, а так и хрен знает. Этот лесник вечно. Давай, запускай меня. Отлично. Походим здесь. Может, он где-то здесь обитает, этот придурок. Торговец хренов. Оказывается, пруд из Атрии, блин, я не знал. Ну, он в Атрии будет, я имею в виду. Я уже жду, не дождусь этой локации, потому что, ну, реально интересная локация. Очень много уже знакомых лиц будет именно в Атрии. Потому что очень много мы спасли. Вот Тан, Волк с самого начала, Скиф, его сын Тень. Я говорю, очень много. Где я вообще нахожусь, блин, такая ночь. Тьма тьмущая. Ничего. Никто не хочет мне дать случайную локацию.
Лесник меня игнорит по полной. Замечательно. Зашибись. О, давай. Запускай меня. А то тут и разглагольствуем, разговариваем о жизни. Ой, блин. Гребаный лесник, а. Ну а так, в принципе, нам кроме лесника все уже. Мы уже игру прошли. На данный момент считать можно так, что мы уже полностью игру прошли. Потому что больше ничего такого нет, как я думаю. По крайней мере, если было бы, мне бы оповестили бы уже меня давно в комментариях, что вот, Богдан, там что-то есть, там какое-то новое здание, но нет, ничего нету, ребят. Это кладбище. Кладбище. Зашибись. Хоть что-то знакомое. Ладно. Я так понимаю, хрен я лесника тут найду, да? Ну, зато на кладбище посмотрели. Скоро и я там окажусь. Ну и, конечно же, в игровом плане. Ладно. Че, сваливаем отсюда? Что нам делать остается? Капец полный. Очередная случайная локация. Меня это уже задолбало. Ничего себе, так впритык прям к дому, аж офигел. Ну, конечно же, здесь никого не будет. Потому что я лузер. Ну, кто же здесь может быть? Никто, только я. Один-одинёшенька. Блин, достали. Дайте же мне лесника уже наконец-то, а. В бета-версии его было найти легче, я вам сразу скажу, реально было найти легче, потому что фичи были некоторые. А тут вроде и выполнил задание, а все равно его нигде нет. Этого придурка. Лесник. Сейчас еще пару локаций попробуем. Ну давай, грузись уже. Мы все ждем. Пока ты загрузишься. Замечательно. И здесь ничего. Так. Есть. Пошли. Заходи, заходи. Вот я в бета-версии, когда находил лесника, мне каждый раз доводилось его находить днем. Я в курсе, что он может у себя дома ночью появиться, но находил я его чаще всего днем именно, на каких-то локациях. Один раз на кладбище, второй раз хрен пойми где, не помню. Там какая-то была такая интересная локация. Это что за местность такая? Хрен пойми. Почему-то мне кажется, что я вряд ли тут кого-то найду. Тут вон куча ящиков, куча всякой фигни. Но лесника нет. Круто. Надо сказать спасибо, что хотя бы ночного зверя нашли. Вот у меня еще куча тут всего. Куча всяких хилок у меня есть, нормально. Так, ребята, привет, я пробегу сквозь вас, вы не против? Ой, они, кажется, против. Ничего страшного, я уже убежал. Так, погнали. Очередная случайная локация, бляха-муха. Вроде как по радару никого. А что это за домик? А что это за домик? Погоди. Похож на домик лесника. Да, это... Да! Да!
Братан! Брат, тихо! Братуха, братишка, братан, 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 постой! Боже, боже, это лесник! Муа! Иди сюда! Есть, есть! Не пищи! Что ты тут забыл? Да, блядь, что я забыл? Да я тебе ищу, блин, уже 2 часа. Бляха-муха, сколько локаций я прошел, ты достал. Вот, все-таки сработало это. Смотрите, ночью. Ночью. Ночью надо найти вот эту локацию, где его домик. И там он будет ночью. И это я помню, еще в бета есть такая фишечка. Да вот, случайно набрел на это место, да, блядь, случайно и специально искал 2 часа, блядь. Если что, если вдруг это как-то важно и кому-то интересно, то я нашел это случайное место между старой базой и между блокпостом. Вот прям по линии они идут в центр. Меня лесником кричат. Не очень-то я люблю людей, меня все знают, да-да-да. Держи. Вот спасибо, нечестно будет, если я тебе взамен ничего не дам. Думаю, что немного денег тебе не помешает. И вот еще ствол интересный, может и не самый крутой, но все же. А нахрена, блин, 3 автомата АК-74? Нахрена мне? Я бы хотел взглянуть на твои товары. Да, реально, я бы хотел взглянуть. Что ты, братка, обеднел в последнее время? Что это за фигню ты продаешь, братишка? Слушай, мне это не устраивает. Братан, ну не надо меня расстраивать. Блин, у него и бабла нет. Капец, братан, да что ж ты шо? Ну давайте что-то купим, гранаты там. Плохие товары продаешь, чел. Что это ты как-то обиднел в последнее время? Ладно, давайте патроны продадим. Господи, такое событие, хотя бы лесника нашли. Чувак, слушай, я ожидал большего. Ну давай поторгуем, если хочешь. Ну давай. Только у тебя бабла нет, бляха. Лесник. Ладно, я ему продал. Ну, братан. Зато я тебя нашел. Наконец-то я тебя нашел, братишка. Да я тут, я тут. Ну что, друзья, мы нашли наконец-то. Вот он тут. Мы нашли его. Мы нашли лесника. Я буду на этом с вами прощаться, друзья. Мы закончили все, по-моему, задания. Все, что нам нужно было. Мы закончили The Sun Origin. Но я не знаю, как будем продолжать делать выпуски. Будем ждать обновления. А так, может, какие-то челленджи поделаем. Повыносим пару общин дружеских. В общем, я создам специальный ролик или в группе ВК что-то сделаю. Посмотрим, я как-то решу этот вопрос. Будем решать какие-то челленджи делать. Ну а пока что я с вами прощаюсь, друзья. Всем пока, до новых встреч. Пока, лесничок!